Наша тема сегодняшняя – эластография молочных желез. И вполне естественно, мы должны начинать с общих понятий, да? Не столько с проблемы уже прикладного использования метода применительно к исследованию молочных желез, а с проблемой использования эластографии в ультразвуковой диагностике в целом. И вспомним, давайте, составляющие нашего диагностического метода, метода ультразвукового исследования. То, с чего все начиналось, это B-режим, эхография как таковая, метод визуальной оценки органов и тканей. Следующее, что дополнилось позже, широко это вошло в практику в 90-е годы прошлого века, это доплерография, метод оценки движения жидкости и тканей in vivo. Связано с именем Христиана Доплера, австрийского немецкого физика, астрофизика XIX века. И сегодня ультразвуковую диагностику без доплерографии представить невозможно. А в начале 21 века в ультразвуковую диагностику вошел третий метод, который сегодня завоевывает все больше возможностей. Уже скоро без него тоже будет нельзя представить себе исследование. Он называется эластография и, видите, связан с именем Томаса Юнга. Трудно сказать, кто по специальности был этот человек. Видите, его годы жизни совпадают где-то. Я всегда пытаюсь с какими-то другими личностями, чтобы запомнить, сравнить с годами жизни Бетховена более или менее. Да? И он был удивительно разносторонним человеком. В качестве примера он знал 13 языков. Да? Один из языков, которым он владел, это был древнеегипетский. Он был, ну, как бы конкурентом Шампальона, который расшифровывал древнеегипетский иероглиф. И, кроме того, он владел и медициной. В медицине есть целый ряд исследований, связанных с физикой восприятия органом зрения, той информации, которая попадает физика в чистом виде. Совершенно уникальный ученый-исследователь, про которого говорили в свое время, что это был последний человек, который знал все. Да? И вот, видите, его вклад 200 лет тому назад сейчас привел к тому, что широко используется в отечественной, в современной эластографии. И есть такая точка зрения, что можно было бы эластографию назвать по примеру доплерографии его именем, юнгография, да, но так на самом деле такого традиционно не получилось. Что ж такое эластография? Эластография от термина «эластикус упругий» был предложен в 1991 году врачами-исследователями из Хьюстона. Вот в скобочках это базовая статья, которая является основой для многих последующих исследований. И, собственно, вошло это в ультразвуковую диагностику с таким названием, вот отталкиваясь от этой статьи Афира с соавторами. Видите, что упругий по-гречески и эластичный, условно скажем, по-русски, да, это синонимы. Но на самом деле, дальше мы увидим, для нас одна из задач – понять, в каких терминах мы будем заключение писать. Что мы будем, какие слова использовать, когда мы пишем заключительную часть нашего протокола. Да? И это одна из таких пока еще не до конца решенных проблем, широко обсуждаемая. Физически понятия эластичности и упругости идентичны. Так же, как и по сути своей само значение слова. Да? Поскольку это обозначает одно и то же на разных языках. И поэтому ряд авторов считает возможным использовать в эластографии единственный термин – упругость. Но у меня рука не поднимается, например, когда пишу протокол, где указана какая-то очаговая патология молочных желез, ну или другого органа, там писать, что образование менее упругое, чем окружающие ткани. Да? То есть, как бы для, на самом деле, заполнение нашей отчетности, мне кажется, в меньшей степени подходит, но это мой субъективный в данном случае взгляд на эту позицию. А общепринятый до сих пор пока еще не существует. Это вопрос
дискуссионной. Физической основой эластографии является так называемый модуль Юнга, характеризующий свойства мягких тканей сопротивляться растяжению или сжатию при деформации. Метод справедливо мог бы быть назван юнгографией по аналогии с доплерографией, носящей имя астрофизика Доплера. В самом нижнем отделе нашего слайда ссылка на замечательную, одну из лучших на русском языке, с моей точки зрения, статью, хотя она уже 6 лет имеет, да, но, тем не менее, прочитав ее, многие вещи становятся понятнее, чем прочитав еще, так скажем, 5-6 других статей, да, поэтому я вас к ней конкретно обращаю, и, соответственно, эта позиция насчет юнгографии была сформулирована конкретно в этой статье. Что ж такое модуль Юнга? В целом, модуль упругости – это общее название нескольких физических величин, которые могут количественно характеризовать способность материала или вещества сопротивляться деформации при приложении к нему силы. И таких модулей, характеризующих упругость, существует несколько. Один из них – модуль Юнга, а кроме того, вы видите, здесь указаны коэффициент Пуассона, параметры Ламы, модуль жесткости G, который используется в эластографии тоже, и мы его не в этой лекции, но, в принципе, дальше будем упоминать, поскольку он играет определенную роль в формировании изображения и оценки его при эластографии. Но самое главное здесь именно то, что нас сегодня интересует, модуль Юнга. То есть модуль в данном случае – это показатель, который, собственно, и оценивает эластичность ткани или материала. Для нас важна ткань. Итак, модуль Юнга, он обозначается буквой Е заглавной. Он характеризует сопротивление материала расширению или сжатию при упругой, то есть непостоянной, деформации. Или свойство объекта деформироваться вдоль оси при воздействии силы вдоль этой оси. Определяется как отношение напряжения к деформации сжатия или удлинения. Часто модуль Юнга называют просто модулем упругости. Вот то, что касается этой части предложения, свойство объекта деформироваться вдоль оси при воздействии силы, приложенной вдоль этой же оси, это можно так образно сравнить с любой пружиной. И, собственно, такое сравнение было одно из первых использовано авторами Афир, которые упоминались как основоположники метода. Да? Когда мы любую пружину пытаемся сжать, мы воздействуем на нее по длиннику, и если пытаемся растянуть, мы тоже воздействуем, прикладываем силу по длинной оси, да? И вот, собственно, модуль Юнга характеризует способность этой пружины, в кавычках, да? Потому что в биологических объектах нас интересует не пружина как таковая, а свойство тканей, ну вот свойство именно сопротивляться воздействию этой силы. Модуль Юнга выражается вот такой формулой. Очень важное, мы должны помнить и знать. И значит, сама буква Е заглавная – это модуль Юнга или модуль упругости. В данном случае это синонимы – модуль упругости или модуль Юнга. Но еще раз повторимся, логично говорить модуль Юнга, потому что модулей упругости несколько, да? Они в том числе существуют такие, которые носят другие названия. Мы их в меньшей степени используем, потому что нас интересуют биологические ткани, а для каких-то других объектов нередко используются другие модули. Сигма – это буква, которая обозначает напряжение, вызываемое в образце действующей силой. И это напряжение равно силе, деленной на площадь приложения силы. Единица измерения напряжения – паскаль, или, как производная, килопаскаль. Вспомним, что эта единица относительно недавно появилась. В 1961 году она была принята сначала во Франции, потом вот завоевала, что называется, весь мир, вошла в систему единиц Си. И вот сегодня широко используется и в наших исследованиях, посвященных эластографии в ультразвуковой диагностике. Во второй части
нашей формулы в знаменателе стоит буква эпсилон, маленькая греческая буква, которая обозначает упругую деформацию образца, вызванную приложением этого напряжения или силы воздействия. Эта деформация равна отношению изменения размера образца после деформации к первоначальному размеру. Если мы с пружиной сравниваем, да, насколько длина пружины уменьшилась по сравнению с тем, как была в исходном не сжатом состоянии. Очень важный момент. Глядя на это уравнение, давайте разберемся. Если напряжение измеряется в паскалях, ну или в килопаскалях, то поскольку деформация является безразмерной величиной, то единица измерения эластичности, то есть модуля эластичности Юнга, будет тоже паскаль. Значит, эластичность ткани мы будем оценивать в паскалях, ну или в нашем случае в килопаскалях. Почему эта буква эпсилон? Мы говорим, она является безразмерной величиной. Вот здесь написано безразмерная величина. Почему? Потому что она составляет отношение, то есть величину сравниваемую. Значит, ее можно либо в долях, как сжалась пружина по отношению к исходному состоянию, либо в процентах, да? Но своей собственной системы единиц у нее нет. Именно это определяет то, что модуль упругости мы будем определять в килопаскалях. Очень важный вопрос, и в нем нам надо хорошо разобраться, каковы физические основы эластографии. Модуль Юнга, он может быть рассчитан двумя способами. Оказывается, после первого уравнения, которое мы уже только что разбирали, вот есть и второе уравнение, когда модуль Юнга расценивается как произведение скорости, возведенной в квадрат, на плотность ρ и умноженной коэффициент 3. Это очень важно, что раз есть две формулы, то есть две совершенно разных методики эластографии. Первая из них называется компрессионная эластография. И она у нас основана на первом уравнении. Давайте еще разок обозначим, где что. Е – это модуль Юнга. Сигма – это величина компрессии, величина сжатия, если мы с той же пружиной сравниваем, да? Или силы внешнего давления, или обозначают это часто английским словом «стресс», как в данном случае напряжение, и вот она измеряется в килопаскалях. Стресс, напряжение, давление внешнее измеряется в килопаскалях. Что касается единицы эпсилон, она обозначает относительную деформацию или напряжение, и здесь очень важно вот этот термин английский «strain», как один из переводов слова «напряжение». И она представляет собой, как мы уже упомянули, безразмерную величину. И может отображаться в долях единицы или в процентах. Да? Умножим на 100, будет в процентах. Если ничего не умножать, просто это доли единицы. Значит, это первый вид эластографии, компрессионная. Но иногда, или, скажем, очень часто, но за рубежом, ее называют стрейновая эластография. Значит, что такое стрейн? Еще раз, для нас это аналог относительной деформации, то есть отношение одной величины до сжатия той же самой пружины к другой, ее размер после сжатия.
И эластография сдвиговой волны. Это вторая разновидность эластографии. Смотрите, она связана со вторым уравнением, где модуль Юнга определяется как производная от скорости распространения сдвиговой волны в ткани в квадрате и учитывается плотность вещества ткани. Теперь, когда мы знаем, что два уравнения, две разновидности эластографии, в равной степени широко используемые в ультразвуковой диагностике, и если еще недавно ультразвуковые сканеры делились на те, которые используют компрессионную, и те, которые используют сдвиговую волну, сейчас все больше таких, которые в равной степени используют и ту, и другую, и поэтому нам надо хорошо понимать, какая из разновидностей приносит нам максимальную пользу для диагностики. Итак, для того, чтобы понять физические основы компрессионной эластографии, вот мы нарисуем такую схему. И первое, что у нас появилось, неподвижная жесткая площадь опоры. На этой площади располагается какой-то объект в виде цилиндра длиной 10 мм, белого цвета, для того, чтобы удобно было различать. И рядом с ним точно такой же, другого цвета. Мы подразумеваем, что у него может быть другая упругость, другая эластичность, но он такой же длины, 10 мм. Вот тогда нам удобно сравнивать, что будет при применении давления на него. Вот теперь мы уже не будем рассматривать это в отвлеченных примерах, а используем в качестве примера, видите, то, что мы делаем, когда датчиком непосредственно давливаем на ткань. С самого начала для эластографии компрессионной использовали поверхностные органы, и первые шаги в основном были связаны с диагностикой очаговых образований в молочной железе. И здесь тогда эту жесткую неподвижную опору можно сравнить с грудной клеткой, достаточно плотной и неподатливой. Эти два цилиндра с объемными образованиями, которые, допустим, в тканях молочной железы. И вот мы сейчас, нажимая на кожные покровы, обеспечиваем определенное давление, которое характеризуется вот знакомой нам уже буквой сигма, представляющей собой величину именно этого сдавления, компрессии, обозначается как стресс, напряжение, измеряется в килопаскалях. Что же будет после того, как мы сдавили, надавили? Вот внизу, на нижней части рисунка, мы покажем как раз результат такого воздействия. Один из этих цилиндров, белый, уменьшился всего на миллиметр, а другой в половину, на 5 миллиметров. Ясно, что тот, который уменьшился незначительно, он и более податливый, меньшее сопротивление имеет. Да? Тогда как же это выразить? Значит, мы говорим, что упругая деформация, strain, вызванная напряжением, она равна отношению изменения размера образца после его деформации к первоначальному, то есть тому, что внизу, после того, как мы надавили, к тому, что вверху. Как это выразить в формулы? Вот таким образом. Значит, в начале формулы мы отнимаем L минус L1 и делим на первоначальную эту величину. Что у нас получится? 10 минус 9 разделить на 10 – 0,1. В чем измеряется 0,1? Безразмерная величина, да? И для темного цилиндра по той же самой формуле мы получим 10 первоначальную длину минус 5
длину после компрессии и разделим на 10, получится 0,5. Таким образом, мы можем еще ниже написать уравнение, что модуль Юнга будет равняться сигма, разделенная на 0,1, чему это будет равно 10 сигм. И здесь, с противоположной стороны, также произведя эти же вычисления, мы получим 5 сигм. Какой вывод из этого можно сделать? Что упругость первой ткани белого цилиндра в 5 раз выше, чем упругость второй ткани темного цилиндра. Собственно, это вывод полуколичественный. Почему? Потому что у нас здесь нет килопаскалей. Мы не получили конечную единицу. И вот эта разница сравнительная получила название strain ratio. Можно, знаете, я уже повторюсь с прошлой лекции, для нас, русскоязычных, кто обучался классической латыни на первых курсах, использовать, не стесняясь, латинскую транскрипцию, потому что по эластографии почти ни один термин полноценно на русский язык не переведен, и все производные, и в том числе в наших аппаратах, которые мы будем использовать, они ориентированы на эти обозначения. Значит, нам вот эти латинские, английские термины нужно будет знать, и чтобы нам не комплексовать, как это надо произносить, SA или SR, мы можем себе позволить читать это на латинский манер, да, и не стесняться этого. Значит, strain ratio, значит, это отношение стрейна, отношение деформации, обозначается условно аббревиатурой SR. Теперь общие принципы ультразвуковой эластографии. На предыдущем слайде у нас были принципы физические, а теперь ультразвуковой. Мы еще раз упомянем, что метод эластографии уже в системах ультразвуковой аппаратуры, он появился позже, в начале 21 века, в котором мы с вами живем, то есть меньше 20 лет тому назад. Одной из первых компаний была Hitachi, которая его стала разрабатывать, а чуть позже присоединился Siemens. Сегодня уже значительное количество производителей ультразвуковой аппаратуры внедряют опцию эластографии на своей аппаратуре, и в значительной степени это определяется просто как бы качеством аппаратуры. Да? Если аппаратура себя позиционирует как аппаратура экспертного класса, премиум-класса, она всегда включает эластографический модуль. Итак, мы упоминаем еще раз фамилию Афир, говоря, что именно исследования этой группы ученых в начале 90-х годов было таким теоретическим обоснованием для метода. И, собственно, они сформулировали базовые позиции, что компрессия тканей или стресс индуцируется мануально оператором. Первоначально все датчики компрессионной эластографии требовали ручного давления. Сейчас по-разному бывает, но сначала было только так. Относительная деформация тканей при этом оценивается методом тканевого доплера. А различия в деформации тканей отображаются на экране как эластографическое изображение в цветовой шкале. Эластографическое изображение всегда цветное, да, если речь идет про компрессионную эластографию. И выглядит это приблизительно так. Вот мы изобразили, что у нас датчик
приложен куда-то к поверхности молочной железе, да, мы тут видим, что даже изображено, как он располагается, мы получаем сначала на экране обычное изображение в B-режиме, а после этого осуществляется ряд последовательных давлений рукой на датчик, а датчик давит на ткань, и в результате появляется на втором отделе экрана, то есть экран делится пополам, эластографическое изображение, которое выглядит вот приблизительно так. И это эластографическое изображение цветное, поэтому мы всегда должны внимательно смотреть на цветовую шкалу, которая рядышком помещена, потому что от нее очень много зависит. Здесь используют обычно две буквы. S как обозначение аббревиатуры от английского soft, мягкий. То есть на этой цветовой шкале мягкие структуры изображены вот таким красноватым цветом. А вторая буква H от слова английского hard, твердый, они изображены синим цветом. Значит, глядя на эту картинку, мы сразу можем сделать вывод, что вот образование, которое в B-режиме мы видим в центре экрана, оно высокой жесткости, да? Потому что H – hard, плотный, жесткий, твердый. Оно жесткое. Сразу напрашивается вывод о его недоброкачественном типе эластографического изображения, эластографической картины. Эти терминологические вопросы более чем важны. Значит, фирмы-производители менее упругие ткани обозначают как S или иногда SF. Вот здесь изображено SF от латинского, от английского soft, мягкий, а более жесткий hard. И цвет устанавливают произвольно. То есть вы здесь можете заметить, что цветность не совпадает с предыдущим кадром. Здесь soft синий, а hard красный. А на предыдущем слайде было наоборот. Но конкуренция между фирмами-производителями делает свое дело. Каждый хочет быть уникальным. Нам, конечно, это не облегчает жизни, да, потому что надо больше напрягаться, чтобы смотреть внимательно сначала на шкалу. Сегодня многие производители позволяют менять шкалу. Можно вообще и так сделать, и по-другому, и по-третьему. Мы позже это увидим. И в связи вот с такими обозначениями, которые используют фирмы-производители, Зыкин в той статье, которую мы упоминали, предлагает отказаться от термина «упругий» вообще и «эластичный» вообще, и в повседневной ультразвуковой практике использовать термин «твердый» и «мягкий», как это сделали фирмы-производители. Но тоже, мне кажется, не идеальное предложение, да, когда мы пишем в заключении в молочной железе в верхненаружном квадрате обнаружено твердое объемное образование, да, словно бы мы его оцениваем по собственной пальпации, да, а не по эластографической картине. Конечно, повторюсь, это все достаточно субъективные вещи, пока не принято общепринятой терминологии, да, но, тем не менее, мне лично гораздо больше нравится слово «жесткий», я пишу в заключениях, используя термины «мягкий» и «жесткий», да, не использую термин «твердый» для эластографии. Теперь как выглядит КЭГ, компрессионная эластография, это отечественная аббревиатура, такая устойчивая, поэтому мы должны ее тоже помнить, как она выглядит в норме на примере молочной железы. Тоже у разных производителей по-разному размещены эти два экрана, которые изображают B-режим и которые изображают эластографическую, собственно, картину. Вот здесь видите слева эластографическая, справа B-режим, но
удобно достаточно для сравнения. И посмотрим. В B-режиме мы узнаем, что это вот характерный такой ранний репродуктивный тип. Да? Здесь отдельные элементы жировой ткани в его центральных отделах, и они прокрасились вот этими совсем мягкими тонами, да, красного цвета, которые обозначены как софт. Жировая ткань мягкая. Железистые структуры, они изображены зеленым цветом, который соответствует средним каким-то величинам упругости. И, наконец, наиболее удаленные структуры, расположенные за пределами железистого тела, молочной железы, это мышцы, они прокрасились в жесткий цвет, да, в интенсивно синий. Вот так выглядит нормальная эластографическая картина, и наша задача ее потом дифференцировать с ненормальным строением. Да? То есть для того, чтобы не норму узнать, мы норму должны хорошо представлять и держать в сознании, в подсознании как образец. И теперь я вам покажу как раз примеры, как производители. Это сейчас будет на примере Siemens Acuson S2000. Используют разную шкалу цветовую для оценки. Скажешь, какая тут цветовая? Черно-белая сейчас, да, используется. Мне не нравится. У меня глаз с трудом это узнает, но они молодцы в том, что если тебе не нравится, выбери другую, да, позволили другой вариант использовать. Тот же самый аппарат, та же самая пациентка, то же самое объемное образование, я просто нажал на другую кнопку, и видите шкала, где жесткие структуры обозначены красным, мягкие структуры обозначены нежно-фиолетовым, ну а что-то промежуточное между ними таким зеленовато-желтым. В любом случае, на обеих картинках, которые мы сейчас видим, заметно, что образование, оно полностью в жестких тонах. Как на черно-белом рисунке, где совсем твердое, оно черное, так и на втором рисунке, где совсем твердое, оно красное. Но у них есть еще одна шкала, вот такая, та же самая пациентка. Опять еще на одну, ну там не кнопочку, там тумблер повернули на одно деление. И вот видим, что здесь твердые структуры обозначены глубоко синим цветом. И там, где располагается искомое образование, мы ничего кроме синего не видим. Да? То есть мало того, что образование жесткого цвета, то и окружающие ткани тоже прокрашиваются как структуры, характеризующие жесткие ткани. То есть, еще раз повторюсь, цветность сегодня – это не главное, да? Она может меняться. Главное, мы должны все время смотреть на шкалу. Какая шкала? Еще несколько слов про физические основы компрессионной эластографии. Физически компрессионная или стрейновая эластография, значит, это синонимы. Компрессионная эластография или стрейновая эластография. Она может способствовать только качественной характеристике распределения упругости в тканях. Качественная. Мы не можем ничего измерить в модуле Юнга, в килопаскалях. Почему? Определить действительную величину компрессии, вы помните уравнение, да? Что модуль Юнга равен компрессии, то есть тому давлению, которое мы датчиком оказываем на ткань, а в знаменателе деформация, эпсилон. Определить действительную величину компрессии в килопаскалях, создаваемой рукой исследователя, ну, либо, как сегодня уже делается, пульсация окружающих сосудов специальным ультразвуковым импульсом, на сегодня не представляется возможным. Может быть, через 10 лет это все будет из компрессионной эластографии возможно, да? Но сегодня наша аппаратура не регистрирует, с какой силой мы давим. То есть она не указывает
величину нашего давления в килопаскалях. Пока еще такого нет. И в связи с этим, раз нельзя определить конкретную величину стрейна и стресса, то, соответственно, мы говорим о том, что информация, получаемая, является не количественной, а полуколичественной. Да-да. Как пользоваться полуколичественным? Сейчас увидим. Это все-таки есть возможность. Когда только качественное, то это всегда огромное поле для субъективизма. А мне кажется чуть краснее, а другому кажется чуть синее. И трактовка будет лишена каких-то объективных критериев. Для объективности существует этот подход, связанный с strain ratio, SR, который мы уже обозначали. Strain, исчисляемый как отношение величины деформации столбика ткани, то есть дельта L, когда мы измерили один белый и другой темный, между ними разница, это дельта L, к его первоначальной высоте становится величиной безразмерной. Отношение тканей безразмерное. Единственным полуколичественным относительным показателем является только strain ratio. Величина strain ratio. И вот на этом примере, который сейчас мы демонстрируем, видна система этой полуколичной оценки. Как это происходит? Смотрите. На правой части, которая является B-режимом, мы различаем какое-то очаговое образование. Дальше видим вот железистую ткань с гребнем дюрета, видим прямомарную клетчатку. А на эластографической картине используются два специальных участка, обведенных такой окружностью. Один поставили произвольно, сам оператор выбирает, куда поставить, используют для сравнения именно образование и всегда жировую ткань. Видите, это поставили туда, где находится прямомарная клетчатка. И сравнивают отношение интактной ткани, в данном случае роль интактной ткани выполняет жировая клетчатка. К чему? К зоне поражения, к объемному образованию. И мы здесь можем прочитать, что вот это отношение, тут написано fat lesion, fat – жировая ткань, вот этот круг, да, и lesion – это поражение, очаг, нездоровый участок, составляет 8,9. Хорошо это или плохо? 8,9. Значит, нужна какая-то шкала, какой-то ориентир. Вот еще аналогичный пример из другого источника. Видите, совсем по-другому смотрится все. Это другой аппарат. Используются разные по размеру эти участки, в которых сравнивается strain. И после вычисления на экране выводится также это отношение. Оно звучит, смотрите, как B, разделенное на A. Здесь указывается в процентах, сколько измерили в этом участке А, вот буква А, указывается, сколько в процентах измерили в этом участке Б, и потом отношение между ними, Б разделить на А, 5,26. Хорошо или плохо, напрашивается вывод, что нужны какие-то нормативные данные. И для этого существует вот такая очень информативная важная табличка, она, с первого взгляда с ней не сразу разберешься, мы к ней вернемся несколько раз. Сейчас нас заинтересует вот этот столбец. И тут пояснение к нему.
Давайте разберемся, что обозначает каждое слово. Вот эта аббревиатура FLR, да? Fat Lesion Ratio. Отношение жесткости в области жировой части к новообразованию. От того места, где интактная жировая ткань, к поврежденному участку. Или по-другому strain ratio, да, то есть это одно и то же. Но strain ratio – это термин, используемый для любой ткани в молочной железе, в щитовидной железе, в любом другом органе. А fat lesion ratio – это термин, используемый именно для молочной железы. Для нас важно знать, когда мы осуществляем эту процедуру, что контрольный участок должен быть на жировой ткани, да, то есть мы обязательно за норму расцениваем жировую ткань. И смотрите, дальше указывается тип по BI-RADS. Мы помним, что BI-RADS 1 – это совсем хорошо, это норма, а вот с 2 до 5 – это уже то, что мы должны интерпретировать определенным образом. Помним, что 2 и 3 – это доброкачественное образование. И вот для двойки BI-RADS 2 менее 2,8 в каких единицах? Ни в каких, это отношение, да? Отношение, оно, соответственно, не имеет измеряемой единицы. Затем для BI-RADS 3, для вероятно доброкачественных, от 2,8 до 4,5 это отношение. Для BI-RADS 4, высокое подозрение на злокачественность, необходимой биопсии, от 2,8 тоже до 4,5. Между, оказывается, тройкой и четверкой нет градации по величине отношения стрейновой. И, наконец, для злокачественных образований BI-RADS 5 это больше 4,5. В двух примерах, которые мы перед этим смотрели, там в одном случае было 5,2, больше, чем 4,5, да? А в самом первом случае было 8,9, тоже намного больше, да? То есть оба примера были не только по цветности заметны, что они злокачественную характеристику имеют, но и вот это отношение strain ratio, оно документирует, да? Оно доказывает, что это не просто нам показалось, такой у нас сегодня солнечный день, и нам все кажется в розовом цвете, да? А имеет конкретную возможность полуколичественной оценки. Повторяем, что эта оценка полуколичественная, потому что единиц измерения не содержит. Раз мы на этом столько акцентируем, есть и противоположная возможность, да? И между ними это существенная разница. Оператор зависимость методики компрессионной эластографии. Вы знаете, мне доводилось учиться у аппликантов на двух новых машинах, использующих эту методику компрессионной эластографии. Одна из них была Hitachi, а другая была Акусон. И меня вызывает определенную такую реакцию улыбки, тот факт, что это было два совершенно различных человека. Оба очень профессиональные, оба очень квалифицированные. Один из них лекции регулярно читает, которые вы можете встретить широко в интернете, в Ультрасаунд-клуб. Но они говорили приблизительно одно и то же на эту тему, как учиться. Ну, вы подавите немножко и скоро приспособитесь. И, ну, так слушаешь, думаешь, да, там, пока аппликант, он сидит, там, ты не сидишь полдня прямо, и где столько пациентов, да, чтобы вот доктор на тебе учился полдня, да? То есть ты уже должен научиться и работать, либо тут каких-то добровольцев искать, это все равно все-таки извиняться, там, что ты полчаса его там мучишь, да? И потом, когда нас спустили в свободное плавание, все, уже пациенты идут через каждые 15 минут, я вижу, что это ужасно трудно. Вот так просто не приспосабливается рука, да? То есть оказывается,
существует огромное количество здесь осложнений, связанных с тем, как добиться хорошего качества. И потом отдельно мы на эту тему можем говорить. Сейчас не будем долго, так скажем, акцентировать внимание. Слава богу, появилась литература, где детально описывают, как сделать правильно, чтобы получилось правильно. Она появилась буквально, я впервые встретил ее в прошлом году, да, 17-м годом датирована. Да? Причем самые выдающиеся специалисты вот как раз в эластографии целенаправленно это написали. Да? Потому что проблема субъективности получения картины от твоего собственного давления на ткань, она неизбежно приводит зачастую к нивелированию возможности метода. Да? У тебя так получилось, у меня так, это плохо. Конечно, что-то фирма-производитель для этого делает в качестве подсказки. Что, например, вот здесь, видите, я обвел участок, который демонстрирует, но силу нашего давления. Вот это определенная шкала, которая требует от пользователя, от оператора, когда он давит датчиком, чтобы вот этот график зеленого цвета, который появляется, да, он отражает силу давления, степень вашего нажатия на ткань, чтобы он не выходил за эти две вот полоски такие красно-белые, да, которые ограничивают его. Мы должны силу давления регулировать этим. И посматривать сюда, чтобы мы не превысили. Если превысим, плохо, если он маленький, тоже недостаточно. То есть вот они нам определенным образом это готовят, чтобы мы могли хоть как-то оценить. А если чуть подробнее прокомментировать то, что предлагают сегодня, первое условие, можем записать их, да, здесь в тексте не будет, это очень удобно расположить руку. То есть если вы будете держать на весу, у вас, как правило, получится трудно регулируемое давление. Надо, чтобы предплечье обязательно было на опоре. Да? То есть, чтобы была возможность предплечьем упереться. Первое условие. Второе. Мы понимаем прекрасно, что практически для всех видов исследования в B-режиме, чем больше давишь, тем качественнее изображение, потому что гель, но позволяет до минимума свести в таком случае какие-то погрешности визуализации, да, и мы обычно давим сильно, да, я просто сужу тоже по вот первичной специализации, когда мы сажаем впервые наших курсантов за аппарат, отсутствие качественной визуализации, как правило, связано с тем, что первоначально просто гладят, да, а если не давить, то эффекта, как правило, не будет. И мы привыкаем для того, что в B-режиме надо определенным образом придавливать. Для эластографии нет. Значит, прежде чем вы начнете эластографию, надо полностью освободить, отнять от кожи вообще, чтобы давления совсем не было. И после этого только начинать просто прикоснуться к коже. Не давить, а просто прикоснуться. И с этого прикосновения начинать уже такие небольшие периоды сжатия и расслабления. Да? Третий момент. Мы обычно, когда в B-режиме осуществляем исследование, не жалеем геля. Чем больше геля, тем картина меньше помех имеет. Для эластографии надо использовать минимальный слой геля. Гель, он тяжелый, он тяжелее воды. Значит, у него это ро плотность высокая, выше, чем единица, да, и он создает сам дополнительное давление. То есть в связи с этим нужно, чтобы слой геля был минимальный, да, для того, чтобы получить качественную картину. Вот эти условия должны быть соблюдены, ну плюс, конечно же, практика, но прежде чем вот эти виды информации не получишь,
и не получится хорошее изображение, да? Это на самом деле очень полезно, знать вот эту принципиальную систему подготовительных этапов для того, чтобы изображение получилось качественное. Да? Я все время вспоминаю, у меня жена сразу училась на автомате, но все-таки нужно, бывает, сесть и за машину с ручной передачей, да, и вот всегда это вызывает какие-то трудности, и она где-то ужасно радовалась, что вот прочитала инструкцию, да, что оказывается, тут не надо просто прислушиваться, как там получится, а после того, как на тахометре увидишь, что 2000 оборотов, тогда можно потихонечку отпускать педаль сцепления, и она сама поедет. Но надо эти 2000 увидеть на тахометре, да? То есть есть конкретные рекомендации пошаговые, тогда все получается хорошо. Вот если у нас есть эти пошаговые инструкции сейчас, которые, благо, один из ведущих специалистов, это Гарра такой, один из группы Афира работавших, то есть самых первых шагов разработки этих эластографических принципов ультразвуковой диагностики. Вот сегодня это все-таки опубликовали рекомендации для технического правильного проведения компрессионной эластографии. Без этого все получается гораздо хуже. Качественный анализ образования молочной железы по данным эластографии. Перед этим мы с вами говорили, что там есть полуколичественное, да, это хорошо, но оказывается и качественная система, особенно для молочной железы, она детально разработана и достаточно давно разработана, в 2006 году. И все началось вот с так называемой шкалы эластичности, часто ее называют шкала Цукубы. Цукуба – это место, это университет, да, в Японии. И видите, Цукуба Elasticity Score, то есть как раз шкала эластичности в дословном переводе, часто используется аббревиатура TES. Она выглядит таким образом, мы сейчас на следующем слайде ее увидим, что определенным образом анализируют с помощью баллов, которые аналогичны баллом Бирац, картину визуальную, и тогда к Бирац 4 и 5 будет относиться один тип картин, а к Бирац 2 и 3 другой тип картин. Сейчас мы это увидим непосредственно в схематичном изображении. Вот так выглядит шкала Цукубы. Первоисточников таких несколько. Вы можете найти эту шкалу с несколько иными изображениями. Всегда интересно, а кто ее нарисовал? То есть на самом деле первоисточников их 2 или 3, я вам всех покажу. И вот, например, здесь это не первоисточник. Видите, Войчинский, да, в 13 году, вот он приводит таким образом. Видите, слева это шкала Бирац, да? Справа сама схематичная и эластографическая картина. Не будем сейчас на этом останавливаться, потому что я вам в следующих слайдах подробно каждый из них покажу, но можете себе представить, что из себя в целом первоначально представляла эта классификация. Вот теперь смотрите, здесь написано, что это категоризация по Ито и Уено. Это авторы, вот они, вот здесь написано внизу тоже полное название самой по себе статьи, которая вышла в 2006 году. И, собственно, когда вы слышите по шкалу Цукубы или про классификацию Ито или про классификацию Уено, это все одно и то же. Ито, Уено – это первые авторы данной работы, там их еще несколько. И
они это разработали в университете Цукубы. Да? Поэтому все три названия, ТЭС, шкала университета Цукубы, да? Шкала или категоризация по ИТО или УЕНА, обозначают одно и то же. Итак, пять категорий от 0 до 5. Большинство злокачественных образований соответствует категориям 4 и 5, то есть аналог БИРАЦ, и для БИРАЦ это было создано. Практически не встречаются злокачественные поражения с категорией 1. Большинство доброкачественных соответствует категориям 1 или 2. И эластография демонстрирует чувствительность 8,6 и специфичность 92%. Хорошо. То есть она мало ошибается. Замечательно, да? Как же это выглядит? Вот теперь давайте посмотрим каждый из таких примеров. Вот сначала схематичная картина. Образование какой-то эллипсоидной формы на фоне окружающих тканей, которые тоже зеленые. Сразу забегая вперед, скажем, что это было разработано для системы Hitachi, у которой цветность такая, что зеленый – это мягкий, доброкачественный, а синий – жесткий, недоброкачественный цвет. Да? То есть это тип 1, и мы можем сказать, что соответствует категории 1 по БИРАЦ. Да? Вот так это выглядит на эластографической картине и в B-режиме. Вот где-то здесь что-то похожее на образование. Нам сейчас в B-режиме трудно полную вывод сделать. А эластографическая картина показывает, что и само образование зеленое, то есть в середине шкалы, да, и по периферии его также зеленые структуры, то есть средней эластичности. Все в этом плане характеризует полное спокойствие, отсутствие риска злокачественности. Это образование гистология показала, что это липома. Значит, это тип 1. Тип 2 – высокая эластичность центральной части образования. Центральная часть зеленая, то есть соответствует таким достаточно эластичным структурам, а периферия жесткая, вот она синего цвета. Это периферия самого образования. А за пределами образования располагается ткань, которая тоже зеленого цвета, тоже характеризует высокую эластичность, нормальную эластичность, не повышенную. Вот так выглядит непосредственно эластограмме. Мы видим, что в центре зеленый участок, а по периферии синие зоны, неправильные формы. А за пределами образования тоже все зеленое. Это тип 2 по УЕНО или по ТЭС, по шкале Цукубы. При гистологии было показано, что это фиброаденома. Третий тип. Высокая эластичность периферической части образования при высокой жесткости центрального отдела. Вот так выглядит это при эластографическом исследовании. Сама структура синяя, а по периферии ободок зеленого цвета. Оказалось, тоже фиброаденома. То есть, где у фиброаденомы более жестко, по периферии или в центре, не имеет большого значения. Да? Так или иначе, эти все три типа, они не выходят за пределы третьей категории по БИРАЦ.
А вот что касается четвертой и пятой категории, которые преимущественно недоброкачественные или, вероятно, недоброкачественные, видите, картина вот такая. Высокая жесткость всего образования, полностью все образование синего цвета. Но надо отметить, что у него достаточно четкие контуры. И этот синий цвет не выходит за пределы контура образования. То есть жесткость его только в самом образовании, а периферия эластичная, зеленая. Дольковая карцинома. И, наконец, последний, пятый тип. Высокая жесткость образования и прилежащих тканей. Видите, образование здесь отмечено такой темной структурой эллипсовидной, более центрально, а за пределы тот же самый синий цвет выходит. И таким образом, смотрите, получается, что при эластограмме мы видим размеры жесткого синего цвета больше, чем размеры в B-режиме образования, да? Пальпаторно там наверняка тоже будет тот признак, что образование пальпаторно воспринимается крупнее, чем в B-режиме на УЗИ. Почему? Это десмоплазия, да? Это результат перестройки мягких тканей, которые делают ее более жесткой. И, соответственно, вот этот пятый тип, он один из самых таких демонстративных в плане злокачественности. Инвазивная протоковая карцинома. Так выглядят эти пять типов по шкале Цукубы. Они все соответствуют, видите, категориям Бирац, но есть еще то, что мы с вами упоминали, такая схема, которая образно называется РГБ-симптом. Или нулевой тип под Цукуба. Это характеристика жидкостьсодержащих образований или кисты. Удивительно, вот такая красивая вещь, но чтобы ее получить, сначала, пока нет опыта, не всегда она в кисте вот так демонстративно вылазит. Один из хороших способов, как себя приучить к адекватной степени вот этой легкой системы нажатия рукой, датчиком, да, это возможность потренироваться на сосудах, лучше всего, допустим, на внутренней ремной вене, да, которая тот же самый симптом должна демонстрировать, и чтобы привыкла рука к степени давления, это хороший такой тест, чтобы потом его уже в самом образовании, которое требуется диагностически, верифицировать, вот, быть более уверенными. Здесь еще ведь одна сложность. Помните, что когда мы рассматривали слайд с физическими основами компрессионной эластографии, первое, с чего мы начали, жесткую поверхность нарисовали, да, на которой эти два столбика положили. Не всегда вы можете на молочной железе эту жесткую поверхность из грудной клетки иметь. Да? Если это очень крупные железы, располагается рядом где-то с соском, прямое давление не будет такого эффекта опоры на грудную стенку оказывает, да, там что-то вам придется придумывать, либо руку подкладывать, либо как-то еще дополнительно менять положение и так далее, да, то есть причина нарушения цветности при воспроизведении эластографического изображения, она такая многоликая, да, и поэтому один из хороших в этом плане способов, рекомендаций, как ее добиться, это вот с использованием, допустим, на шее в еремной вене. И пример такой кисты, которая вот три цвета имеет, начинается, ну, в данном случае идет сверху вниз, это система цветности, да, синий, зеленый,
красный, да? Вот очень характерная такая особенность, которая позволяет ее дифференцировать. Всегда есть искушение думать, что ну вот уже все знаешь. Но на самом деле существует куча, есть многое. Мой друг Горация говорил Гамлет, да, что недоступно нашим мудрецам. Вот аналогичная схема, похожая на схему Цукубы, другие авторы ее разработали, и использовали немножко другой подход. Смотрите, здесь процентность голубой зоны. Вот если процент голубых включений внутри образования меньше 20, то это первый вариант, который, вероятно, доброкачественный. Да? Если от 20 до 40% этих синих включений внутри зеленой зоны либо в центре, либо по периферии, то степень, так скажем, приближения ко второму и третьему типу по классификации Цукубы здесь возрастает. Да? При процентности от 40 до 60 вот такие могут быть схемы. И от 60 до 80, вот от 80 до 100, ну, все приближается к полностью синему. Для нас это в большей степени сейчас как такой исторический, но момент. Но, тем не менее, в некоторых случаях у нас не складывается полного впечатления, как же распределяются эти сигналы, да? Потому что, повторюсь, субъективность, даже наша собственная, когда мы осуществляем это давление, может не позволять выйти на классическую схему Цукубы. И тогда нам подсказкой дополнительной являются вот эти показатели плотности голубых зон, да, или синих зон, показывающих жесткость. Ясно, чем их меньше, тем безопаснее ситуация. Ну вот мы разобрали компрессионную эластографию, а теперь второй тип эластографии, которая называется эластография сдвиговой волны. По-английски она звучит как shear waves эластографии, и видите, у нее устойчивая аббревиатура SVE. Да? И эти аббревиатуры надо знать, потому что в аппаратуре, как правило, используются именно они. Да? И не факт, что если будет по-другому, легче понять. Перевод не всегда бывает таким, как нам бы хотелось. В ультразвуковых системах iExplorer фирмы Supersonic Франция и такой на Украине фирмы Ultima, вот эта система получила первоначальное свое распространение. И в данной технологии с определенной временной задержкой создается несколько точек давления по глубине, в результате чего сдвиговые волны формируют фронт в виде так называемого конуса Маха. Ультразвуковой датчик сам испускает, помимо основного луча диагностического, еще и определенные часть волн, которые создают особое давление вот на этом примере в четырех выбранных точках. И из каждой этой точки исходят в боковые стороны волны, направленные под прямым углом. Они получили название сдвиговых волн. Они у нас голубым цветом здесь изображены. Ясно, что чем глубже, тем больше затухания. Они становятся менее заметными. И они в результате под углом 90 градусов, перпендикулярно к основному лучу, формируют так называемый фронт сдвиговых волн. А совокупная вот величина этих
точек давления по глубине с испусканием сдвиговых волн получили название конус Маха. Вы видите, он на самом деле, если у нас основной луч расходится в стороны, этот наоборот как бы имеет направление сойтись в глубине. Да? И продвижение этого фронта отслеживается с помощью специального ультразвукового сканирования, что дает возможность выявить участки различной скоростью сдвиговых волн. То есть ценность этого метода, одна из ценностей, заключается в том, что он позволяет визуализировать именно в цветовом изображении изменения скорости. Каково значение цветовой эластографии сдвиговой волны в оценке образования молочных желез? Цветовое картирование упругости помогает решить актуальную проблему маммологии, связанную с диагностическими ситуациями, которые определяются как BRATS-3. Мы с вами говорили о том, что с одной стороны BRATS-3, если к нам придет пациентка через полгода и будет все точно так же, да, мы ее с удовольствием перенесем в BRATS-2, а может быть в B-режиме мы посмотрели BRATS-3, а включили сдвиговую волну, и она нас наоборот перенесет в BRATS-4. Да? Вот для этих ситуаций цветовая эластография сдвиговой волны особенно диагностически ценна. И вот пример такой. Да? Мы видим какое-то образование в B-режиме. В B-режиме расценим как... Это не мой пример. Да? Я сейчас внизу покажу, откуда я это взял. Я бы расценил как BRATS-4 в B-режиме. Да? Но поскольку это конкретный пример из источника, который будет указан, я просто его включил в таком виде. Да? И мы включаем вот эту цветность. И если имеет место такое монотонное окрашивание в синий цвет как самого образования, так и того, что вокруг него, это можно перенести в BRATS-2. А если при этом картина будет вот такая, выявление зон высокой упругости, эти зоны высокой упругости здесь красного цвета, которые имеют вот нечеткую такую пятнистость, да, это переносится либо в BRATS-4, либо в BRATS-5. То есть смысл цветности в эластографии сдвиговой волны, которая была предложена исходно вот этой фирмой Supersonic с прибором A-Explorer, начинается вот с такого подхода. Да? Мы здесь еще не измеряем количественно. Мы не измеряем ни скорость, ни модуль Юнга в килопаскалях. Но, тем не менее, в качественном режиме мы можем уже сделать очень важные выводы. Теперь вспомним, что сама по себе эластография сдвиговой волны связана со вторым уравнением, да, которое сейчас на экране. И это позволяет нам теперь количественно определить целые дополнительные характеристики, да, в частности, модуль Юнга непосредственно рассчитать. И важно то, что для мягких тканей существует, практически постоянная плотность у человека, чуть больше единицы. Поэтому и уравнение становится более простым. Модуль Юнга – это 3, умноженное на скорость в квадрате распространения сдвиговой волны. Да? Зыкин настаивает, что при этом плотность, термин такой, должен быть исключен, видите, в связи с этим из эластографической терминологии. И для нас очень удобно, что
исходя теперь из нижнего вот этого уравнения, упрощенного, оно без ρ, да, поскольку ρ единице равняется, мы понимаем, что нам достаточно знать скорость, чтобы судить о модуле Юнга. Мы его можем перерасчитать, по этому уравнению это легко делается. Может машина перерасчитать, мы можем сами по этой формуле перерасчитать. И второе, что мы можем прямо в килопаскалях указать величину модуля Юнга, да, то есть насколько жесткое или мягкое очаговое образование мы исследуем. Понятно, чтобы судить о количественных вещах, опять нужна норма. Где она? И вот совершенно замечательный источник, который мы уже с вами смотрели, теперь следующую колонку из него рассматриваем, да? Вот она обозначена. Скорость двиговой волны. V от velocity, да? Скорость двиговой волны, она может быть менее 2/6 для Birats 2, от 2/6 до 4,5 метра в секунду для Birats 3. Она может быть от 4,5 до 5,2 метра в секунду для Birats 4 и более 5,2 метра в секунду для Birats 5. То есть, вот что касается оценки скорости сдвиговой волны непосредственно в образовании, мы можем сразу использовать вот эти нормативы. Да? Мы их держим перед глазами или в автоматизированном рабочем месте, измерили образование, намерили, что оно около 3 метров в секунду имеет скорость распространения, и расцениваем это как доброкачественный признак. Не увеличиваем категоризацию Birats. И наоборот, увидели, что это больше 4, больше 5, категория возрастает, соответственно, до 4-5 в Birats. И посмотрим, как это выглядит реально на приборе, который как раз называется iExplorer. Это вот фирма Supersonic. Это прибор, который первоначально стал использовать эластографию сдвиговой волны. Видите, он сам, как только мы нажали на соответствующую кнопочку, которая обозначает вот исследовать эластографию, то экран разделился сверху вниз на две части. Внизу B-режим. Мы в нем можем контролировать, насколько качественно мы вывели изображение, да, и его корректировать. А вверху появляется вот соответствующее прокрашивание определенной зоны. И по ее цветности мы можем делать определенный вывод. Да? Мы можем делать тот вывод, который сейчас перечисляли в предыдущем слайде. Да? Если он монотонно синий, то все спокойно, хорошо. Если он в центре будет вот таким полыхать разными участками, да, то красного цвета это хуже. Но обратите внимание, что здесь шкала, она отражает просто именно по степени жесткости в килопаскалях. Да? То есть тут изображение четко регламентировано по килопаскалям. Вот вверху написано килопаскаль. Мы можем эту шкалу нажатием тоже соответствующей кнопки изменить на метр в секунду. Из килопаскаля сам модуль Юнга, да, перевести в метр в секунду сдвиговой волны. Да. То есть это позволит нам использовать разные способы оценки. Что, смотрите дальше. Мы можем выбрать такие участки для измерения. Один поставим на железистую ткань. Говорим, это норма, да? А второй на прямомарную клетчатку, на жировую ткань, так как strain ratio делается. Но здесь другая цель. Здесь не strain ratio мы определяем, а просто конкретно измеряем эластичность
в одном участке и в другом участке. Это у них получило название Q-Box, да? Запатентованный, тут написано TM, плохо видно, да? Q-Box Ratio, да? То есть, почему они обозначили как Q, трудно сказать, да? Когда, и почему, ну, Q, ладно, почему Box, когда они округлой формы, да? Box – это ящик, по идее, да? Должен быть какой-то прямоугольный участок для измерения, используется круг, но соотношение вот как раз жесткости в этих двух участках отображено на экране. Я специально тут написал, жировая ткань вот здесь, она измерена как 29 килопаскаль, если тут не видно, да, я специально написал белым цветом, и железистая ткань как 53,5 килопаскаль, а отношение между ними 0,54, да, то есть определенный аналог, он по-другому работает, чем в компрессионной эластографии, но тоже дает сопоставимые результаты, то есть напрашивается первый вывод, что эластография сдвиговой волны богаче. Есть еще одна подразновидность эластографии сдвиговой волны, которая, ну, называется так условно, обозначим ее RF-эластография. RF – это вот аббревиатура тоже Acoustic Radiation Force Impulse, то есть это импульс лучевой усиленный, который толчком вызывает сдвиговую волну. И по-другому его называют, вот с такой аббревиатурой PSVE, да, Point Shear Wave Elastography, чтобы их дифференцировать между тем, что мы смотрели только что на примере самого известного аппарата Explorer в этом плане, да, других производителей, где используется вот эта эластография RF. Они как бы сестры, но трудно сказать, какая старшая, какая младшая, но здесь принцип несколько отличается. Как осуществляется RF-эластография? Смотрите, из самых известных приборов, с которых все начиналось, это Siemens, Германия, и Philips. Они используют мощный импульс ультразвукового луча, да? Ну, дословно переводится, может быть, как усиленный, не мощный, а усиленный импульс ультразвукового луча. И он играет роль толчка ультразвукового в одну точку. Если в предыдущем примере мы говорили, вот четыре точки появилось, и они испускают в разные стороны сдвиговые волны, то здесь в определенной фокальной точке создается такое давление, и оттуда расходится во все стороны сдвиговая волна. Вот в одной единственной точке. Мы ее произвольно выбираем, мы ее ставим специальным, тоже по типу зоны интереса, таким прямоугольником, сейчас мы его посмотрим, как это выглядит, и из одной единственной точки расходится такая сдвиговая волна. Какие преимущества здесь по сравнению с предыдущим методом? Что строго из одной точки, которую мы выбрали, на которой сфокусировались, то есть здесь нас интересует образование патологическое, мы прямо на него сфокусировались и здесь измерили. Отсюда эту сдвиговую волну сформировали. Конечно, когда эти фирмы начинали, им трудно было отдаленное будущее представить себе. Вот прошло уже больше 20 лет с того момента, как они начали разработки. Siemens пошел по методике комбинации компрессионной эластографии, там не хватает тебе, увидев в свете, включи компрессионную эластографию, да, а хочешь померить скорость сдвиговой волны, включишь RF, да, а Explorer пошел по методу того, что сдвиговая волна вся дает цветность, да, то есть цветность сдвиговой волны, которую она продуцирует, позволяет тоже качественно дополнительно оценить. Плюс есть и в том, и в другом. Сам по себе вот этот пример, видите, удобно сравнивать с распространением кругов на воде, эти сдвиговые волны отброшенного камня ультразвукового импульса.
В данном случае вместо механической возможности спродуцировать импульс рукой, да, используется толчок из непосредственно датчика, который обусловлен этими же ультразвуковыми лучами, но меньшей силы и гораздо меньшей частоты, и в результате формируется такая сдвиговая волна. Как это выглядит? Выбор места для измерения скорости производится с помощью пробного объема. Какой-то плюс явно есть, да? Вот мы нашли образование, прямо на нем сфокусировались. Прямо вот этот пробный объем, который мы сейчас видим, как квадрат такого зеленого цвета, он произвольно нами, мы прицеливаемся, на него располагаем. Мы видим, что никуда не выходим за пределы, и, соответственно, нажимаем на определенную кнопку и получаем замороженное изображение, где он указывает скорость сдвиговой волны 2,22 метра в секунду. Вспоминая нашу таблицу, которую мы только что смотрели, спокойно, ничего тут недоброкачественного нет. Да, она входит в группу 1,2 побираться. Да? То есть здесь способ определения сдвиговой волны без цветности. Только прицелились, измерили. Прицелились, измерили. Хотите в цветности посмотреть жесткость? Ну тогда включаем компрессионную эластографию и смотрим по компрессионной на этом же приборе. Да? И, соответственно, у Филлипса вот эти значения будут приводиться не в метрах в секунду, а сразу в килопаскалях. Да? То есть он уже тогда не скорость сдвиговой волны нам показывает, а он ее пересчитал уже сразу в модуль Юнга и показывает жесткость этого образования. Да? Это тоже определенный плюс. Ну и, соответственно, если нам сравнивать скорость с жесткостью, опять та же табличка. Вот теперь мы закончили ее последний раздел. Мы с вами на скорость смотрели. В предыдущем примере мы мерили 2,22, то есть в полной мере это укладывается в двойку по Биратс. А вот если бы мы работали на Филлипсе, мы бы получили килопаскали и увидели, что это укладывается в предел до 20 килопаскаль, и тоже сказали бы, что это образование доброкачественное. Да? То есть вот эта характеристика в килопаскалях, она точно так же позволяет дифференцировать образование доброкачественное и недоброкачественное. Таким образом, мы с вами разобрали все основные способы эластографии, которые можно использовать для молочных желез. И еще раз суммируя, что мы получили. Наиболее распространенный, с которого все началось, метод компрессионной эластографии. Прежде всего, это аппараты фирмы Hitachi, но сейчас и многие другие это делают. Да? Второй, совершенно на других основах основанный метод эластографии сдвиговой волны, состоящий из двух подразновидностей. Чисто сдвиговая волна – это аппарат A-Explorer, которая позволяет в цветности увидеть сдвиговую волну. Да? И вторая разновидность ее – это RF-эластография на Siemens, на Philips, ну и сейчас еще на ряде других аппаратах это стало использоваться. Видим, что все они друг друга дополняют. И нам эта информация в таком собранном виде важна, когда мы будем выбирать прибор. Да? Но рано или поздно наступают времена, когда приходится обновлять аппаратуру, и иногда нас спрашивают, а что же все-таки там, какую опцию выбрать, да? И желательно, чтобы у нас эластография была как опция, да? И дальше мы выбираем, что реально она может. Если можно комбинировать компрессионную и сдвиговую, сдвиговые волны, это самый лучший вариант.
Значит, еще раз, основная ценность для молочной железы эластографии – возможности уточнять категорию BRADS, возможности дифференцировать добро от зла. Это огромный плюс, огромное дополнительное расширение наших возможностей, поэтому ими все более и более широко пользуется. Литературы сегодня огромное количество, в том числе русскоязычной, в отличие от BRADS, например, да, и последние 5 лет наш профессиональный журнал «Ультразвуковая и функциональная диагностика» ни одного номера без статьи по эластографии не выводит. Но, тем не менее, все базовые, самые интересные материалы, видите, преимущественно англоязычные. Я их специально остановился, чтобы вы при необходимости могли нажать на кнопку «Print screen» и потом их найти, потому что на самом деле мы должны понимать, когда мы даем любой норматив, то мы всегда должны указать автора. Если это одна тетя сказала, что это вот так, этому нельзя серьезно верить, да? Поэтому, когда мы говорили про нормативы скорости сдвиговой волны, да, нормативы модуля упругости, мы должны сослаться на источник, он там написан, и это очень важно, чтобы быть уверенными в том, что это не какая-то информация недостаточно точная. Я некоторые из этих источников показываю, где они, и, соответственно, обращаю ваше внимание к возможности их повторно тоже открыть. Все, всего доброго.